Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info. Перед нами игрушка Pokemon Unit. И сейчас мы вам покажем, как в этой игре кинуть репорт на какого-то игрока. Можно это сделать только по окончанию игры. То есть вы уже сыграли с кем-то игру. И теперь, когда у нас появляется вот такое вот меню, здесь можно кинуть кому-то репорт. Для этого мы в правом верхнем углу нажимаем на восклицательный знак и выбираем игрока, на которого мы кинем репорт. К примеру, давайте я кину на вот этого Еви GoFest. Нажимаем на него. Нам предлагают кинуть репорт. За что? К примеру, за АФК, за читы, за еще что-то, за какой-то агрессивный язык, сексуальный контент, возможность вас как-то обмануть. Или здесь можем написать other или же другое и описать, что именно он сделал. Я, конечно, на парнишу репорт кидать не буду, потому что он ничего не сделал, но это просто так для видео. На данном моменте мы будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве найдете у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!